сегодня урок по счету, кто считает? 73. 73. Я не люблю давать скучные занятия, но все равно мы сегодня проведем донаработку. И под конец чуть-чуть, наверное, повоюем. Все, ваша задача сегодня, значит, еще раз говорю, это тактика перемещения в боевом порядке в составе группы. Подошли все, чтобы как бы было видно. Боевой порядок – это когда вы разворачиваетесь. А вы разворачиваетесь именно в одну, так скажем, шеренгу и начинаете зачесывать или подходить. Расстояние между группами должно быть метров, ну, небольшая визуализация, метров 25. Еще раз говорю, малые перебежки, чтобы вы запомнили одну вещь. От дерева к дереву. Это не значит, что отсюда, где следующее дерево, там 15 метров, вы целые 15 метров бежите. Нет. Если вы понимаете, вы идете по прямой, но у вас дерево чуть-чуть правее, и по прямой дереву у вас 15 метров, а чуть-чуть правее метров 3, тогда к нему бежите. Мы выдвинулись, сейчас часа полтора будем отрабатывать исключительно взаимодействие в малых группах, потом сделаем в большой, ну и в конце я назначу группу негодяев, чтобы они сделали засаду, а мы их искали. Точнее, мы их ищем, они нам делают засаду. Что-то вроде так. Заметил противника. Ну и чё, по цепочке, быстрей, направо-налево смотрим. Встаем, идем дальше. Так, наша пятерка пошла маленькими перебежками за укрытие. Иду. Кайлас, ты отступаешь? Держу. Ты пошла вперед, быстрее, Валькирия. Саша, вот так надо говорить, быстрее. Первый, пятый, движение. Девочки, держим. Быстрее, быстрее, быстрее. Полуприседная, бегай, что ты стал у меня? Самостоятельно в двойках работайте, не ждите команды командира. Держу. Девочки, вы очень близко стоите, очень. Вы прям отходите для пулеметчика вот так вот чуть-чуть. Для противника, если у вас много, он вот так будет делать. Либо вот так. А вы прям отходите. Станьте быстрее, кто-то шире. Вторая левее, уйди. Да, особенно ты. Таня нормально сейчас кроме. Отходим, отходим, отходим. Первый, пятый, со мной, отходим. Кайлас. Держу. Подхожу. Держу. Орел пошел. Линию, 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 Лэр, смотри, тоже правый фланг. Вот здесь. Дима, сейчас чуть-чуть дальше, дальше линии прям пробеги. Валькирия, иду! Бам-бам-бам! Лэр! Валькирия, держу! Иду! Держу! Он пошел! Так, Саша, замирай. Все, вот здесь занял. Вот сюда отходи, вот сюда, максимально быстро, вот видишь? Можешь, ну куда вы приходите заниматься? Больными танцами? Давай, давай, давай. Оба-на! Я сделал. Так, ну сейчас они работали, образно говоря, 5-6 человек отступают, 5-6 человек наступают. В принципе, неплохо. И девчонки понимают, сейчас мы сделаем подлиннее линию, если сейчас было 4 подгруппы. Вот, одни отступали, наступали туда, тут две группы работало, и здесь две группы. Сейчас будет длиннее линия, посмотрим, как они будут справляться. Сюда подходим побыстрее. Первое, что я хочу сказать, надо расслабляться, когда ты оружие поставил в оружейную комнату. Тогда ты только расслабляешься. В вашем понимании я расслабление вижу каким образом? Когда вы понимаете, что это дорога, но это только здесь. Во-первых, хрен знает, как отходите. Во-вторых, стоите вот так еще закурите и ждете. Кто меня близко знает, я человек очень терпеливый. Я, конечно, срываюсь, но не из-за главного косяка. Но еще раз говорю, если вы так будете продолжать, я, наверное, могу, у меня чаша кипения выльется, и я скажу, нахрена ты вообще сюда приходишь? Итак, у нас сейчас длинная линия. Одни атакуют, другие наступают.
Начинайте отход! Поехали! Все, вы наступаете, поехали. Давай, давай. Второе, четвертое движение. Иду! А, пошел. Спрятался здесь, потом куда-то уйдешь. Растягивайте, не собирайтесь в кучу. Бегаем, еще раз говорю, в полуприседа. Давайте, догоняйте их, догоняйте, догоняйте. Можно здесь вообще присесть. Иду. Правильно, держу. Молодец. У вас не пойми, какая линия здесь. Ты сзади него, посмотри. Очень далеко перебегаешь. Вот начинается неразбериха. Еще раз говорю, вы отходите быстро. Но самое главное, отходить с умом. А я не видел сейчас, был у вас ум или нет. Нравится? Да. Молодец. Они все в полный рост бегают. Вот зигзагообразно побежал, неплохо. Чуть-чуть пригинается. Пригинается, ладно. Итак, поднимите руки, кто хочет сегодня быть плохим. Мы плохие. Плохие. У всех снят предохранителя, палец контроль. Идем искать плохишей. Выстраиваемся. Идущий на смерть. Как звать тебя, воин? Сид. Сын Ахиллеса? Нет. Прави. Туда. Контакт! Контакт начали работать! Так, так, так. Игорь, отход, работаем! Все, по двойкам, по тройкам, линию соблюдаем! Начинаем наступать! Быстрее, быстрее, быстрее! Наступаем! За дерево спрячься! Таня, сократи дистанцию ближе к нам! Давай, 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 давай! Никита, пошла быстрее, быстрее, быстрее! Таня, ближе к нам! Наступаем, наступаем! Линию соблюдаем! Вместе не бежите! Ложись сразу, лег! Быстрее, быстрее, быстрее! Линию! Вон они, вон они, вон они стоят! Нападает! Гранаты пошли! Дергай щеку! Первая шеренга, три шага вперед. Вторая, кругом. Общая команда, разрядить оружие. Магазин отстегнули. Передернули. Выстрел. На предохранитель. На предохранитель, палец контроль, повернулись обратно. Основные правила. Бегать в полуприседа, а не в полный рост, ошибка была. Относиться всегда как к боевой ситуации, без расслабонов, что, как и все вот в этом духе. Максимальная концентрация. То есть доходите сюда, ствол сдали в оружейку имитируемую, расслабились. Не говоря про то, что надо понимать то, что я хочу, взаимодействие. Потому что, еще раз повторюсь, каким вы супер-пупер снайпером не были, не знаете знания тактики работы в команде, это чревато гибелью не только вас, но и всей группы. У вас у всех разные профессии, но всех объединяет что-то одно. Сейчас время такое, любить страну мало, надо знать ее, как защитить. Всем спасибо. Спасибо.